Вечер мороза и по классике. Сижу вот и наблюдаю, как по лобовому медленно ползет стрелка. Ну, в принципе, у меня оно и было битым, когда я брал Ford Fusion. Но, тем не менее, 5 минут стою, и уже 30 сантиметров наползло. Лобовое под замену пойдет. Вопрос только когда. Кто, может быть, подскажет, стоит ли зимой менять или лучше дождаться тепла уже и потом заменить. Кто как делал. Потому что не очень хочется, чтобы когда-нибудь это стекло приказало долго жить. И потом без стекла гнать машину. В общем, как-то так. Кто с таким сталкивался, там была щербинка и трещина. И вот эта трещина была, ну, скажем так, 20 сантиметров от края. Теперь она ползет вдоль всего низа. Прогреваю, как обычно. Включил, завел машину, сразу же включил печку. Пока печка нагревается, пока она и прогревает лобовое. Но не прямо на лобовое опускаю, а опускаю в ноги, на диффузоры и, в принципе, на лобовое. Ну, то есть, не сильно большой поток. В общем, как-то так. Кто сталкивался, можете отписаться в комментариях, стоит ли менять зимой лобовое. И какое посоветуете. Понятно, что оригинал очень дорого, но, может быть, кто-то ставил что-то подешевле, более-менее адекватное, стойкое к царапинам, там, к камням и всему остальному. И где лучше это все сделать? В Москве либо области. Тут в Реутове есть вроде бы как большая фирма, которая ставит, но оригиналы они не ставят, поскольку оригинал слишком дорого. Вот, стекло у меня переднее без подогрева. В общем, как-то так. Всем, кто отпишется, спасибо. Что бы еще хотелось сказать? По трассе я не гоняю, в принципе, поэтому я думаю, что поймать камень мне будет намного проблематичнее, чем людям, которые гоняют по трассе и по МКАДу. У меня в основном город-город, город-пробки. В общем, как-то так. Спасибо всем, кто откликнется. Ну и подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйтесь в друзья.